Ну чё, здорово? В этот раз так вышло, что я оказался особо опасным преступником в штате, у которого 6 звезд розыска, это если что максимальное. И также мне дали особую пометку, при которой я даже не могу покинуть игру, потому что если я ее покину, я окажусь автоматом в тюрьме строгого режима. Моя задача будет сегодня спасаться как только можно, угонять от ФБР, от копов, кто только за мной не будет гнаться, от всяких агентов мешать Джейс Бонс, короче, я не знаю, кто за мной будет охотиться, но я в тюрьму не хочу, и поэтому я буду максимально от них увиливать. Так что скорее ставь лайк, пока меня не посадили, подпишись на канал, и я желаю тебе приятного просмотра. Погнали! Так, пацаны, я нахожусь прямо сейчас на родине РП Северный округ, и у меня максимальный розыск 6 звезд, то есть я особо опасный преступник, чтобы вы понимали. Я даже не знаю, где я так успел нагрешить, что мне дали 6 звезд розыска, но теперь я думаю, что за мной будет открыта охота. И я нахожусь на быстрочайшей машине Bugatti Болид, которая ни хрена не едет, потому что она без тюнинга, но все-таки она быстрая, очень быстрая, даже без тюнинга. Я думаю, что рано или поздно меня будут пытаться поймать ФБРовцы, либо же полицейские, я не знаю, кто этим занимается, особо опасными преступниками, но я буду максимально пытаться от них угонять, как только могу. Полицейский Фурия Хартвелл пометил вас как особо опасного преступника. Если в течение 10 минут вы выйдете из игры, вы будете отправлены в тюрьму строгого режима с повышенным наказанием. Ё-моё! То есть я до этого был даже еще не помечен, а сейчас меня пометили. Как же бы мне сейчас пригодился тюнинг и желательно бронированная машина и отсутствие деревьев. Так, что-то я немножечко не понял. Он сказал, останавливаемся и куда-то пропал. Ну ладно, это мой шанс удрать. Какой-то Фурия Вот он, появился. Он еще один? Я думал, там будет какой-то спецотряд на танках, на вертолетах. Ну ладно, может еще не время. Может он сейчас по рации там передаст первый, я второй. Давайте въем Эрнеста и расход небольшой. Там медленный какой-то, я вообще. Куда еду? Я машинально по метке еду. Это у меня за угон, походу, мне звезды еще накидывали. У меня стоит метка на угон транспорта. Наугонялся называется. Ой, а так он один. А что он сделает? Мне кажется, он один ничего не сделает. Короче, 10 минут мне нельзя выходить с игры, либо я отправлюсь автоматически в тюрьму строгого режима. Чего? Как он? Он попал по колесам. Он попал по колесам. Ай-яй-яй. Как он это сделал? Я еще и выпал с тачки. Ё-моё, что происходит? Все. А это еще и женщина. Что за матриархат, блядь? Вас задержала. Позывной Чирва. Еще один приехал, смотри, на помощь. Капец. Они меня перекинули? Че? А я могу выйти? Нет, не могу. Да, могу. Нет, да, нет, не могу. Капец. Она просто меня в одного взяла. Будешь так делать, ЖБ залью. Не выпрыгивай. Ну ладно. Да, быстро меня что-то оформили. Я в натуре в себя поверил немножечко. Гражданин! А, в каком кармане лицензия? На что именно? Авто. А зачем? Вы мне еще прав хотят лишить? Что за беспредел? Ну вы как бы угоняли от меня. Я ехал к бабушке, я ни от кого не угонял. А че убегал? А че вы догоняли? По чем МК? Чисто тип разбавил обстановку. Вы в федеральном розыске. Ну конечно, я же особо опасный преступник. Все, вот я и в ментовке оказался. И че, насколько меня закинут? Сократите срок. Я готов сотрудничать. К стеночке головой. Сколько ростом? Че за полторашка в натуре? Вы арестованы, обыскивает Эрнеста Манчини. Прохлоп по всей части тела. Мадама, ты куда по пи***цу-то моему хлопаешь? Он же сейчас может эрогировать, так что осторожней. Я за себя не ручаюсь. Не я эту заварушку начал. Котики изъяли. Насыпал порошочек в экспресс-тест. Нажал кнопочку старт. Чу! Нет, я не на***ман. Ладно, сейчас мы вторую погоню устроим, я надеюсь, подольше. Нужно выбрать другой автомобиль. Более агрессивный, более стрессоустойчивый и износоустойчивый. Все, меня посадили, пацаны. Теперь я вот с зэками. Сейчас будем чифириться. Ладно, моя шконка наверху. Так, все, я буду двигаться вот на этом аппарате. Я думаю, он более тяжелый. Его будет тяжелее снести и так далее. Так, ну что, ладно, погнали. У меня опять 6 звезд розыска. Но меня еще, кстати, не объявляли особо опасным преступником, так что можно пока что выдохнуть. Да, едет она, конечно, 246 км в час, но ничего. Опять полицейские Фурии отметил вас как особо опасного преступника. Я не понял, там она только работает? И вот тут как тут они появились. Да пристегиваться надо, подожди, не надо. Стой, стой, блядь. Я погнал, мне надо по делам. Не сегодня. А если воду сигануть, что они сделают? Короче, походу надо скачивать флай какой-нибудь и летать по небу. Либо на самолете. Реально, а можно на самолете угонять? А если я вертолет свой сейчас сяду где-нибудь, у меня есть вертолет? Чего? Какой штраф? 30 тысяч. Грабеж. Мало того, что я особо опасный преступник, так мне еще и штрафы выписывают по дороге. Еще и фоткают. Прижмитесь к обочине. Не хочу, не сегодня. Нет, я спешу. Я не покакал дома, мне надо домой. Капец, блядь. Ну вообще, машина походу никак не влияет. Слишком опытные полицейские. Так, ладно. Ой, нет,
забор, куда забор? Нет, забор, не нужен мне забор. Да что ж за кочки, блядь, такие? Вода, 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 нет. Да, смотрите, я набираюсь опыта. Меня уже не так просто догнать. Я ловок, как рыба в воде. Я по рельсам буду угонять. Во. Ага, оторвались. Главное, чтобы сейчас поезд навстречу не поехал. Отрыв, отрыв, конкретный отрыв. Я уже на радаре даже не вижу. Мне нужен срочно вертолет. Так, ну вроде все, пока никого нету на хвосте. Я даже успеваю починиться, потому что машина здесь дымится очень часто. К сожалению, здесь бронированных машин я не встречал. Оп, нет, рано радовался. Тойота, не подведи. Что-что? Хоть она и медленнее, но реально на ней как-то больше везет, что ли? Или она больше дорогу держит в сравнении с Бугатти Болид? Кстати, в тот раз приехал еще один отряд. Два напарника плюс вот эта Флория. Сейчас пока что опять она одна. Она полковник или подполковник, я не знаю. Ей, походу, жестко нужен отчет на повышение, на лидерку, потому что почему-то она очень сильно стремительно пытается меня поймать. Либо же просто я единственный опасный преступник в штате. Бензин! Прижмитесь на губ... Вода, вода, вода! Сейчас чё скажешь? Я Спанч Боб, блядь, куда ты стреляешь? Надо плыть, пацаны, надо плыть. Ноу, ноу, нет, блядь, не убивай меня. Я нырну. Все, я брюхом кверх всплыл. Чё? Меня убили, но не посадили? What the fuck? Велик недоступен, когда я особо опасный преступник. Пацаны, я не знаю, что это было, но я сейчас сел просто на мерсик и топлю. Это какое-то вообще странное действие было. Меня просто убили, я думал, меня сразу в тюрьму закинет. Но, видимо, нет, просто я как-то оказался на спавне. Даже не в больнице. Но я остался не пойманный, это уже радует. О, мусора на карте. Что? Это опять она? Она просто не дает мне жизни. Ну ничего, я отомщу. Я стану специально директором ФБР и буду просто всех отчетами грузить. У меня даже нитро нету, понимаете? Мне кажется, скоро она уже сдастся. Мне кажется, скоро у нее нервишки сдадут. Опа, вот так вот, да. Мне интересно, а как она в полете в воздухе тормозит? Блять, она просто в моменте летит такая и раз, резко остановилась в секунду. Что за читы? У них еще и максималка быстрее, чем у меня. На, что, даже не подрезается, что ли? Дерево, блин. У меня сломалась машина. Гребаный Мерседес. Ухватилась рукой за левое плечо человека. Как убежать? Блять. Опять она. На. Пристегиваться надо. Мы вдвоем вылетели. Видишь как? Я покажу запись, как вы не пристегивались за рулем. Да, это М5 КС-ка, прикиньте. Нифига себе. Хорошо, видимо, платят. Рапорт на стол, блять. Хотите сейчас в МЗ поедем, рану завяжем? Да, хочу. Сейчас меня отвезут быстренько в Министерство здравоохранения. Развяжут, надеюсь, мне руки. Я быстренько сигану через окно. И все. А с чем у вас проблемы? С законом. Отпустите на первый раз. Точнее, на второй. Я так подумала. Отпустите меня, пожалуйста. Я всего лишь особо опасный преступник. Полицейский фурия. Я забрал у вас предмет лицензия на авто. Сука, я в донате за 300 закоинов покупал лицензии. Так как сбежать, блять, отсюда? А я обратно? Я обратно, блять. Сука, я обратно. Кот, ты бежишь, пердун старый, вправо беги. Сдача с повинной. Ну-ка, может так можно смухлевать? Я можно присяду немножечко, посижу в очередь за пенсией? Да, блять. Не, ну это нереально просто. В итоге мы и в МЗ не поехали залечить раны, так у меня еще и права забрали. А вот адвокат стоит. Спаси меня! Вытащи с лап этих тиранов. Я не хочу гонить в этой камере с этими зэками. В общем, ладно, я остаюсь в этой камере отсиживать свой срок как особо опасный преступник. А ты прожимаешь лайк за просмотр этого видео, подписываешься на мой канал и кликаешь на эти два ролика, которые я тебе сейчас вывел на экран. Всех обнял, приподнял, поставил на место. Эрнесто еще вернется.